71 серия участка Мурманск-Магадан. Седьмой день движения. В этой серии пройдем 74,5 километра. На пути очень мало населенных пунктов. Ну вот Амутинск или Амутинск с правой стороны сейчас будет. Я титрами обозначил эти места. Далее по трассе небольшие населенные пункты. Ежов, поселок там или деревня, не знаю. Потом Волоковые, ну, ударение тоже, может быть, неправильно ставлю. И еще один, но не один, а три населенных пункта, они в стороне, с правой стороны по ходу движения будут. Это Васильевская, Ивановская и Константиновская, ну, по всей вероятности, деревни. А так трасса довольно-таки свободная от населенных пунктов, каких-то крупных рек, озер, других водоемов не вижу. Но скучно смотреть, звук уберите, поставьте музыку, наблюдайте за дорогой. Thank you.
Амутинские дороги были просто жуткие. Здесь дороги сделали. Дорогу сделали.
Кемеровской области. Бензин был самый дешевый. Если по всем компаниям России было 30 рублей, не платили за 40, то Кемерово 27. Это пока была модель. Сейчас не знаю, как новое. Сейчас, по-моему, цены вернулись. Это кажется, народ как много осталось. Именно так и стоит.
уступить мне дорогу, то она скажет, поехать, не держи.
пойдет дождь.